Это отдельные самостоятельные произведения, это крупные произведения вроде концертов, сонат. Но важной и неотъемлемой частью жизни каждого пианиста является этюды. Они очень полезны, а главное, очень красивы. Но, естественно, наш концерт не мог без них обойтись. Итак, я приглашаю на сцену Дарью Искребенцову, которая исполнит юношеский этюд си бемоль минор, написанный Ференцем Листом. Встречаем.